привет. И пока. Привет, я Илья. Привет, я Света. Поехали ко мне? Ну, поехали. Простите, это вы, секси Джессика? Ты агрегат, Дуся, ты. Ну, можно просто Света. Агрегат, Дуся, нас. Ну, нафиг. Третий за день. Вот что у меня не так? Нет, татуировка не значит, что я сидела. Да, я просто приложила телефон и расплатилась в магазине. Если ты видела мои фотки с собачьими ушками и носиком, это не значит, что я ношу ошейник. Не ошейник, а чокер. Бабуль, никто не хотел отменить телеграммы. Ничем я не извозюкалась, это хайлайтер. Да, стендап — это что-то типа монологов Винокура. О, мне тоже нравится Киркоров. Да мне не надо на работу, я же блогер. Продаю рекламу в инсте, в постах и сторис. А, забей. Так, я встала по будильнику, потому что нахожусь на пути к здоровью и полноценной, активной жизни. Черт, это не так просто, как казалось. Но я же сильная личность, я справлюсь. Так, не делаю перерыв до конца песни. Это очень долгая песня. О, симпатичный парень. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman. Я бегу уже гребаный час. В смысле 20 минут? Я ненавижу себя. Я ненавижу свои ебаные решения. Почему я не могу просто быть жирной? Свет, ты просила тебя в 6 утра на пробежку разбудить. Не, походу это не мое. Хорошо, что пораньше легла. За 8 часов точно высплюсь. Вот что надо было начальнику ответить. Интересно, а почему лемминги называются именно... лемминги. Хочу в туалет. Встать или дотерпеть? Интересно, сколько сейчас времени? Ставлю на 2.38. 2.47. Почти. Блин, мне осталось спать 4,5 часа. Захотела пить. Нет, второй раз я точно вставать не буду. 844 573 овцы. 844 574 овцы. Зашибись, выспалась. Дай 2000, мне надо ресницы сделать. Слушай, надо мне еще ногти нарастить. Надо мне зубы отбелить. А еще надо волосы нарастить. Хочу губы накачать. А еще мне надо сиськи вставить. Слушай, я тут узнала про такую штуку, короче... Да хватит! У меня есть кое-что получше. За, ты абсолютно прав. Я... охренительная тёлка. Фух. Светик, привет. У меня все готово. Ты не представляешь, как я спешил домой. Любимый, так приятно, что ты не забыл. Как я мог забыть? Я же этого дня... больше, чем ты ждал. Как я счастлива, что ты у меня такой идеальный. А что в рюкзаке? Ну, я же не мог к такому дню с пустыми руками прийти. Ладно, включай телевизор. Зачем? Как зачем? Россия и Испания играют. Ты чё, ку-ку? Вообще-то, сегодня ровно год, как мы встречаемся. А? Ты чё сказала? Ты сегодня спишь на диване! Странная какая-то. Ну, поехали.
Пора Черчилла выпускать. Кто там бьет? Смолов? Ай, не забьет. Я не могу на это смотреть. Что там, они уже начали? Нет, не могу на это смотреть. Не могу. Блин, бегай быстро в туалет. Гол! Ура! Нам же! А привет, девчули, привет всем моим подписчичулям. Короче, я только что была на шопинге и купила себе всего за 20 тысяч долларов вот такие вот шикарные туфли. Почему так дешево, спросите вы? А я вам скажу, в магазине сейчас идут скидочки, и по моему промокоду вы получите туфли своей мечты всего за какие-то копейки, 15-20 тысяч долларов. Но разве они не стоят этих денежек? Это же какая-то мелочь, всего лишь вот столечко. Ой, ты посмотри на нее, зараза, как она выглядит. Разве может приличная женщина так выглядеть? Позорище, тебе ж еще рожать, а ты вон выставила все сиськи, жопы, все на тебя смотрят. Тьфу! Позорище. Лайк? Алло, Наташ, привет. Слушай, меня Илюха на свидание пригласил. Ты не знаешь, чем он увлекается? Футболом? Спасибо большое. Надо подготовиться. You're beautiful. Привет. Привет. Как дела? Офсайд назначается, если игрок атакующей команды в момент начала паса другого игрока атакующей команды находится целиком в виде части тела, который может забить гол ближе к линии ворот, чем при последнем игрок соперника, включая вратаря. Чего? Защита сборной России слева направо, Жирков, Кутепов, Игнашевич, Фернандес. Окей, что? Самой популярной футбольной тактикой является схема 4-2-3-1, потому что она позволяет свободно использовать атакующих инсайдов без потери баланса в защите. Что за бред ты несешь? Странная какая-то. Стой! Угловой! Ложная девятка! Усы надежды! Анопка! Неожиданно ты пригласил меня к себе в гости. Ну, думаю, почему бы не пригласить к себе такую красивую девушку? Посидим, выпьем. Ой, нет-нет, я пить не буду. Прикинь, и он мне потом, короче, говорит, ну, я не знаю, ты такая странная, А давай в караоке сейчас махнем, а? Ой, Тани, вечера, Дани. Короче, я его послала. А? Ты мне, если что, волосы держать будешь? Слушай, а время-то сколько? Мы до 11 еще успеем за второй сбегать. Что-то я так завелась. Я какая-то такая сейчас непредсказуемая. Это интересно. А у меня есть идея. Алло, Коля, а ты что там делаешь? Спишь? Это мой бывший. Не спишь? Ну тогда я сейчас к тебе приеду. А, денег на такси дашь? Ага, спасибо. А, дожди, сейчас приеду. Ой. Свет, а ты что танцевать-то перестала? Да я, честно сказать, в такое говно, что еле на ногах стою. Алло? Все хорошо? Не, я просто устала. Я ж подрезила, ребят, налейте еще, а?